Привет, зритель. Сегодня 8-й день моего эксперимента. Без лишних трат. Как бы денег у меня остается все меньше и меньше. Но я накупила продуктов, которые как бы стоят, есть, не просят, и ты их ешь. Вообще ездила я за маслом подсолнечным в светофор в итоге. Но в светофоре подсолнечного масла нет. Мне показалось, что в прошлый раз я там видела, но может быть не показалось, а может быть я что-то перепутала. Ну, мне вообще там понравилось очень одно молоко. Накупила я на сумму в 530 рублей 74 копейки. Там у нас оставалось где-то, не знаю, или 715, или как-то так. Ну, в общем, в принципе, на куриное мясо при желании мне хватит. Если вдруг все-таки у меня выходные, состоится встреча с подругой, и мы там планировали плов с курицей делать. И я даже думаю, в пятницу уже как бы будет, наверное, известно, состоится или нет. Как бы мясо-то мне пока не надо, но если в пятницу будет известно, что состоится, я в пятницу ползаю пешкодралом специально в солнечный магазин, там у нас один, где свежее мясо, я забыла, как он, мясной ряд, кажется, называется. В общем, я купила. Вы можете сказать, что это лишняя трата денег, но я считаю, что чай все-таки надо с чем-то пить, и у них очень хороший состав внезапно. Тут у нас молоко, цельное, сгущенное сахаром, ГОСТ, натуральные продукты, конфеты, сливочный, каприз, масса нет и килограмм. И, откровенно говоря, я только сейчас увидела, как они выглядят, они кверх ногами лежали, ну, в смысле, в другой стороной. И я тупо увидела, думаю, коровка, пощупала, она мягкая, в отличие от магнита, в магните на развес можно купить коровку, но там надо вручную каждую конфету перещупывать. Я 100 лет уже коровки не видела и не покупала. Иногда в гостях вот получалось, что ела коровку. Мне она на самом деле очень нравится. И помню, моя бабушка ела какие-то другие конфеты, коровку через раз, а потом чем-то заболела, и ей можно было есть, и даже нужно было есть только коровку. Состав тут у нас. Во-первых, они сделаны у нас 7 ноября в 12:20. День, месяц, год. В общем, состав. Сахарный песок. Молоко цельное, сгущенное с сахаром, в скобочках молоко, сахар, патока крахмальная, ароматизатор ванильно-сливочный. Все. Пофиг, что там ванильно-сливочный ароматизатор, тут нормальный состав, никакого масла пальмового, никакого непонятно чего. Заменителя жира или еще что-то. Вот так. Сейчас скажу, почем кайф на рынке. Я думаю, мне их на прилично хватит. Не знаю, с чем связано, тут сгущенку всю, которую я хотела уделать, допустим, в домашнее мороженое или еще что-то с ней делать, я ее практически с чаем захомячила, почти всю, там совсем чуть-чуть осталось. Буквально вообще чуть-чуть, совсем чуть-чуть у меня еще выходило на кашку одну, но вот все что-то как-то ушло. Может быть, я просто хотела этих конфет, сейчас я их найду. Так, конфеты 106 рублей 50 копеек, вот такой пакет. Ой, я тут зеваю. Гомен на сайт для тех, кто кого забанил Google и все любые поисковики мира. Тут мне просто в комментах одно животное 2 месяца молчало, выскочило. Загуглить ей было лень, гомен на сайт. И она решила, что я ее вежливо куда-то послала. Ну, спасибо, человек судил. Я объяснила ей, что это вежливая, вообще-то вежливая форма. Извините, пожалуйста. Она мне вынесла мозги своим сленгом детским. Я потом уже зашла на ее страницу, а потом в Инстаграм и решила на всякий случай ее забанить, потому что иногда мне пишут гадости всякие малолетние идиоты, а иногда не малолетние, а просто идиоты, а иногда фанатки ТКНН. Простите, что я ее вспомнила. Короче, и она мне там наехала, что я вот такая плохая тут. Пишу хрен знает на каком япе. Я так поняла, что она Японию ненавидит, но при этом использует смайлы японские, вот эти анимешные, вот, ну, вот эти вот картиночки японские, смайлики. Ну, как, вообще как-то это. Пользуется интернетом, подозреваю, благами цивилизации и так далее. Но вот Японию ненавидит. Обосрала мне японцев. Мне лучше японцев не обсирать. Во мне, даже если у меня не второй день, третий день, или типа того цикла, или я просто в хорошем настроении, или даже... В общем, в любом я настроении, мне лучше ее не обсирать, при этом как бы выделывалась, что она офигеть умная, а я тупая. И что типа, если я не буду писать по-хылски, там такая грамотность вообще, то не только она будет обо мне плохого мнения. Ну, я ей напомнила, что у меня вообще как бы фиолетово всю жизнь было на мнение окружающих. Возможно, это плохо, что у меня фиолетово на мнение окружающих, но по большей части у меня фиолетово. Короче, вот конфеты. Что я про это животное это вспомнила? Забыла я.
Все-таки надо вовремя ложиться спать, хотя я вчера вовремя легла спать, посередине дня проснулась. В общем, наверное, все-таки, когда ты с мигренью устал, то ты с мигренью устал. В общем, хрен с ней, с этой девкой. Ну, на всякий случай, вот сказала гаманнасай. То бишь, извините. А, это я за то, что, наверное, зевала. Короче, сейчас я купила, я все-таки, мне в комментах кто-то написал, что страшненькая курага намного лучше и полезнее, чем красивенькая и глазированная, или как-то так. Я купила эти кураги. И, кстати, вот что хочу сказать. Вот, допустим, где-нибудь в другом магазине написано, типа, килограмм плюс-минус сколько-то грамм, да, и вот такая-то цена. Тут, оказывается, взвешивают этот килограмм и уже наклеивают ту самую цену, сколько этот килограмм на самом деле весил. Короче говоря, тут был чуть меньше килограмма, тут у нас 952 грамма. Килограмм у них идет по 126,30, ну, вышло оно мне на 120 рублей 24 копейки, даже в чек вкладывать не надо. Курага 1 килограмм, фасовка. Вот это вот хорошая курага. Не смотрите, что она такая непонятно какая. Она действительно хорошая курага. Мне там два пакета попалось. В одном странные такие образования непонятные белые были, а в другом тупо червячки малевые лазали. И я долго рассматривала и пришла к выводу, что это хорошая курага. Хоть она такая неказистая, страшненькая. Можно ее размочить и захавать, можно так захавать, можно компотик сварить. Короче, вот у меня почти килограмм кураги. Я купила себе в прошлый раз не стала, думала, что ну что это как, гляну сколько в магните вообще, что как. А потом глянула, что у меня вроде как она подзаканчивается, и что в магните оно в два раза примерно дороже, чем тут, и решила купить. И, а другое, это вот у меня то, что у меня вообще заканчивается, оно то есть в магните, то нет, это вот вообще стоит, грубо говоря, копейки, я считаю. 15 рублей 70 копеек, пленка пищевая, белая, 6 чего-то, там 30 на 30. 6 МКМ. В общем, вот такая вот пленка. Тут вишенка нарисована, клубничка нарисована, красная смородинка и ежевичка нарисована. Я ведь жрать-то жутко хочу. Короче, вот а пленка. Не помню, как я вижу. Да, вот тут я как был. Тут даже кусочек полки надо мной видно. Так что зря я тут заморачиваюсь, что меня, возможно, не видно. Еще я купила вот эту фольгу, про которую говорила до этого. Думала, что я достала фольгу, оказалось пленка. Фольга алюминиевая, эконом, 30 сантиметров на 15 метров. Для приготовления, упаковки и хранения пищевых продуктов. 15 метров. Почем кайф у нас на рынке, сейчас скажу. Но она тоже дешевле довольно-таки относительно магнита. Но я хочу сравнить, я в магните покупала какую-то эконом, а там еще какая-то была суперплотная. Я не поняла прикола и вот купила эконом. Мне, видимо, родня покупает суперплотную, потому что мне как-то вкусненькую штучку тут принесли, упакованную как раз фольгу, которая отличалась от моей экономы. И вот я решила в итоге попробовать вот эту фольгу. Уж она, по-моему, как-то отличается от той фольги. И думаю, во-первых, та заканчивается, тут про запас будет, а я периодически что-то делаю, она мне нужна. То, что я делаю. Ну, в этой, в лепестрической духовке. Где тут она у нас? Фольга эконом, 42 рубля 90 копеек. Дико хочется зевнуть. Вообще, я туда хотела как-нибудь наведаться, купить молока, которое мне очень понравилось. Сразу три упаковки про запас. Хоть у меня там немножко есть, половина пол-литра. Стакан, наверное, уже молока. Ну, вот то мне молоко очень понравилось. Ну, я сейчас достану финики. Люди, не поверите. Ну, может быть, те, кто часто ходит в светофор... Да-да, напомню, я в светофоры ездила. Видят там что-то такое. Я вообще первый раз увидела эти финики. Финики с косточкой. Они, короче, другое хотела слово сказать. Немножко они чуть-чуть подороже, чем в Атаке, когда... Да, Шан, я его уже по умолчанию называю Атак. Сегодня в автобусе ехала, поняла, не только я так называю. Какой-то мальчик, бабушка ехала, говорит, ты в Атаку пойдешь? Нет, не в Атаку, я туда не хожу. Короче, не я одна, этот Ашан называю до сих пор Атаком. В общем, в Атаке, в Ашане, они, по-моему, что-то около 90 рублей, что ли, были. Хотя, может быть, уже и по этой же цене. А в высшей лиге они около 100 стоят, насколько мне известно. Финики. Кто, кстати, у нас их делал-то? Изготовитель ООО «Азия Фуд», город Казань. А откуда финики взят? 12 месяцев после вскрытия. Ну, в смысле, на самом деле, 12 месяцев у них срок годности. Когда я покупала супердорогие финики, мягкие такие, офигеть, какие вкусные. Но они мне что-то, на самом деле, не очень пошли. Эти супердорогие, мягкие, офигеть, какие вкусные финики, которые надо хранить в холодильнике, ибо они живые, иначе убегут. Они тоже 12 месяцев хранились. Но они раза в 2 или 3 крупнее, чем вот эти вот финики, которые я обычно покупаю. Они сделаны вот у нас в октябре этого года.
И до этого, до октября следующего, можно сказать, живут. Может, где-нибудь написано, кто их растил. Может быть, в Казани растут финики, мало ли. Я в Казани не была еще. Короче, финики с косточкой, килограмм. Сейчас скажу, почем кайф на рынке. 94 рубля 90 копеек. В общем, как бы среднеарифметическое. Ну, чуть может быть все-таки действительно не подороже, но с другой стороны, тут уже упаковано, а не лежит, сохнет в мисочке, где ты выбираешь этим ковшичком и то подцепишь, что нет. Я купила себе фиников. Я даже ехала и вспоминала, как я читала какой-то постик в бложике своего товарища по скандейту. Он закрытый в этом плане. Некоторые вот там постики. Наверное, тот постик тоже закрытый, скорее всего. Типа OnlyFriend. И там он писал, что вот ел то-то-то-то, а еще финики. Блин, вот и я сейчас буду практически веган, практически японец. Ну, так, все, почти. Так, еще я увидела, таки в этот раз там был тот желатин, который я в том обзоре, который меня вдохновил на прошлый поход в Светофор, купить. Я, правда, тогда хотела побольше желатина купить. Ну, в общем, в итоге я купила 2 пакетика желатина. Думаю, все-таки я тут как бы не бедствую, не сию минуту хочу из желатина что-то делать. Просто, чтобы было 2 пакетика про запас. Ну, как бы захотелось, а тут есть желатин. И думаю, когда уже закончу этот эксперимент, если уж мне совсем приспичит, то съезжу туда еще закуплю. В общем, желатин у нас 2 августа этого года сделан. Срок у него 24 месяца. Желатин пищевой, 50 грамм. Стоит он, ну, чуть подороже, чем там. Может быть, конечно, уже подорожало с того момента, там месяц с лишним прошел. Я не знаю, из какого города та женщина была, у которой этот, как он, блин, звать-то его, светофор. Вот тут-то вообще написано ООО Торгсервис 69, Углесрыбинская, шоссе 20А. Я ничего такого не сказала, я наоборот порекламила адрес светофора. Так, желатин у нас 21 рубль 40 копеек. Вместе 42 рубля 80. В общем, вот 2 таких пакетика желатина я себе купила. И я так поняла по отзывам той женщины, точнее сестры той женщины, что это очень хороший желатин. Из него всякая такая вкусняшка и сладкая, и не сладкая, очень хорошая выходит. Да-да, я, кстати, это... Хоть моя тетя сказала, что эту сумочку поберечь на весны следующего года, типа, когда будет тепло, светло и так далее. Но я решила ее сегодня обновить. Очень удобная. Правда, коровки в итоге у меня были в сумке, в моей сумке, например, которая в сумочке, типа. Потому что я боялась, что оно или не влезет, или не выдержит. В общем, первая коробочка, 100% натуральная, 7 ступеней контроля качества, Пущинские луга, молоко, ГОСТ 2013 года, ультрапастеризованное, 3,2% сделано, но у нас все вот эти сделаны. Одно стояло так, а 2 другие я из полуоткрытой коробки доставала уже. Я принагрела, потом подумала, это же сделано для тех, кто покупает, и надо, наверное, из коробки доставать, если оно уже вне коробки закончилось. Ну, уже такая раскрытая коробка была, наполовину раздолбанная, в смысле, вот в которой это все хранится. Сделано оно у нас 2 ноября и до 1 мая следующего года живет. Молоко. Иди-иди. Сейчас скажу, почем кайф на рынке. 35 рублей 90 копеек, все вместе оно мне вышло на 107 рублей 70 копеек. Еще молоко. И еще молоко. И в общем, вот у меня, походу, дела там все. Еще раз напомню. Даже чек, наверное, покажу. Сейчас гляну только, как это вот. Вот видно, нет. Наверное, вот так вот надо сделать, чтобы. Или вот так вот. Как я сделать-то, чтобы тебе видно-то было. Ну, там итоговые цены-то вот с этого края все-таки видно. В общем, вот. Возможно, у меня благородный тремор, я вообще дико есть хочу на самом деле. Сейчас это все закончу, поем и буду переводить тарт. А те 2 видоса, которые я вроде как сегодня собиралась, вчера собиралась, я, может, уже завтра запишу, потому что я думаю, дамская комната никуда не уйдет, она как была, так и есть. Обзор пакетиков еды, которые закончились, тоже как бы стоят, жрать не просят, на самом деле они место занимают, их бы как бы надо уже вынести как перерабатываемый мусор, но я подожду до завтра, наверное, потому что как-то я-то планировала вчера-позавчера доделать тарт, а вот помирала в очередной раз.
В общем, как бы эксперимент продолжается восьмой день, хоть я сегодня прилично так потратилась, но в основе это все это еда и как бы частично что-то про запас с таким с пролонгированным сроком годности, с пролонгированным сроком поедания, скажем так. И что-то у меня еще остается, и я думаю, что в ближайшее время я как бы в магазин, там мне не надо ходить максимум за хлебом. Я хотела зайти за хлебом, но что-то такая нагруженная была, думаю, ладно, может я вообще свояю какие-нибудь лепешки имени меня. Или типа того. Я тут как-то ваяла лепешки. Но я что-то ожидала, что мне их... Ну, думала, что человека угощу. Человек как-то не захотел это есть. Знаете, потом это обсудят, выдавдут, что это как бы... Человек не рискнул это есть, как у меня там в какой-то был. Правда, они почему-то решили, что это салат. На самом деле, это был пирожок, который даже я потом не рискнула есть. Так что ничего такого страшного не было. Просто не надо было делать такой эксперимент. И, в общем, что хочу сказать. Хлебом, как бы, на хлеб там и на курицу мне еще вполне хватит. Учитывая, что, по-моему, эти бедрышки, не бедрышки, голени, они вроде не настолько дорогие должны быть. Да и даже на те деньги вполне можно купить полкило мяса свиного или, допустим, того, полкило того фарша, который мне моя тетя рекламит из мясного ряда, говорит, что они там сами типа на базе делают, свинину с говядиной смешивают. Но я говядину как-то в последнее время не очень. Даже если в пельмени лучше свинину с говядиной смешивать, то уж лучше я сама этот фарш сделаю, но без говядины. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем пока!